Торм. Ой-ой-ой. Да, это мечта для любой команды. Ха! Три центральных защитника. Кривые, да. Может вообще 4? Автобус, так, конечно. Кстати, да, что. А то они так будут закидывать вообще. Я вот думаю, что вообще фланги закрыли, блин. Как-то. Так, интересно уже. Нормально, главное много не пропустить. Да? Бля, ну что. Много это? Мы дома играем, много. Блин. Так, надо что-то. Блять. Давайте как-нибудь игру подсушить, темп остановить, это он накидает сейчас. Надо больно в атаку переть, блять. Контролируем, давайте немножко. Нахуй было пихать мне, когда я закрытый был, просто объяснить, на чем я деревновал. А, нет, блядь, понял. Опа, давай сейчас. Ничего, ничего, сейчас успокоюсь. Давай. Ой, я бутаренок. О. Ход людям вообще не... Вперед. Опять между ботами. Блядь, да между ботов. Слушай, ёпта. Жёстко, надо тактику точки менять. Они сейчас нас приложат. Так меняйся, кто как ты там. Какую менять, наверное. Просто один пас между ботами, всё, и все. Да? Бесполезно, нахуй. Ничего не делаешь. Руслан, такой пас. Не знаю. Паузу надо, я буду менять сейчас. Ай, ну что за обрез за обрезом, это нельзя. Плохо дело. Я какую-то ебучую поставил, так как ты ребята. Вы сами сначала спад нормально играть, а потом боту будем обвинять. Играем дальше. Камера. Реально, тут любой пас на ход и все, бля. Контроль, ну. Кто-то не убежал, а? Да не запад теряется, они широко и мои. Что-то похоже с СНГ. Удов там что-то такое 3-3-3, ну 4-3-3. И быстрый пас. Фланги поменяли, а Радбиг на фронт. Радбиг обратно. На линию не смотри. О, сейчас, вот это.
Вратарь. Ну сейчас надо выходить раньше. А чё вы там поменяли? Скажите, кто где. Ничего да никто. Смотри, что меня ставят на ЛЗ. Играйте где грань, смотрите на эти стрелки. Ну что там, ну там понятно, кто один туда живой стал защитником. Блин, а меня на лево сразу кинуло. Жесть, ну ладно, играем, давай. Не проходит, а? Блять, прикольно смотреть, конечно. Зачем? Он разрывает нас? Блин. Я сейчас смотрел на поле. Такая это пустота в центре поля. Хуяк с мячиком на, допустим, на левом фланге на нашем. И такая толпа туда на левом фланге. Это тактику реально поменял на 4-4-1-1. Профессионал менял тактику? Менял, как бы хуй-то поставил. Он что-то никому не сказал, тебя спрашивали. Он сказал, ты не услышал просто. Сейчас Димчик, короче, играет левого. Ну я левого? Да. Хендер правый, поменяйте, потому что они что-то меняют. Чем больнее? А, все нормально. Там до второго опорника играет. Да, все нормально, погнали. Хорошо. Хули там его сразу стоит, не с тремя потами по фью, за дрота по тайке. Все живые получается. Все думайте, пока они всех не перекрыли, блядь. Ой-ой-ой! Это гол. Хорош. Сейчас откуда их обломят. Но это, по-моему. Гол тура завладет или куда-нибудь там еще есть это. А рубрики есть. Время. На проклад выложить. Ну да, да. На левую, да, бля? Где там у нас Файбер Кастал играет? Забей. Если кто записал. Блять, ну что ты кто мне отдал? Да, если сука хуёв, да? Блять, в центре очень много потерь. Блин, чё всё вау там? Сразу игроков, по-моему, накройте по-быстренькому.
куда? Чё не выносит? Вперёд, блядь. Хоть бы вперёд выносил, блядь. Ой, штрафную. Они разбежались. Так, так. От мяча убегал. Я не вижу адреса ближних. Хотя у тебя там бомба перекрыла. Что такое, блин, а? Да не, на удержание играют уже. Еще бы один хотя бы. Да, один нужен. Не успел. Сейчас второе дыхание, и у нас будет шанс. Давайте куда-нибудь, да. Я уже сдохну, да. Блять, в одно касание. Всегда есть кому дать, охуеть. Все логично. По флангу, наверное. Тут выйти не можем. Далеко по флангу отошел. Ну, Игорь что-то не понял. Просто погнали. Контратака была бы. Куда? На форум. И там. Нет. Фу. Ты в одной касании, блядь. Блин, нужен гол. В центре один стоит же. А чё никто его не крыл, блин? Нет, центр мог держать здесь.
сил вообще нет. Ё-моё! Да, вот сделайте скрины, Игорь, пожалуйста. Да что на Русу надо? Теперь она забивает 4 дела. Да, 4. 4-0 или 4-1 нас строят. По-моему, блядь, в первую очередь не пропускать больше дохуя и все. Ну проход, по-моему, здесь некуда рассчитывать. Ну и как сейчас нам играть вот? Тактику другую по-любому надо ставить. Герой идет, все, проиграл. Да-да. Так там, смотри, в первом тайме при той тактике, там было где-то 4 выхода. Там 1-1, 2-1. Защиты вообще не было. Мы реально вот подумали, вот вышли с ботами просто в защите. Видишь, там было тактику менять. Да можно, блять, просто надо играть, сука, в контроль, блядь. Терять нахуй мяч на ровном месте. У нас подожди, мы не умеем в контроль играть. Мы не умеем в контроль играть, как мы будем контролировать, если мы это не умеем. 4-2-3-1 ставь. Может быть 5 защитников, там будут фланги. ФЗ, ЛФЗ, блядь. Там забивать надо. На смысл. Проиграем мы не 1-4, а 1-2. Выбирать отца от лав. О победе тут речи даже не цен. Бля, я вот не знаю, зря вот, я все-таки бы Игоря ставил на форварда, потому что он тупо чистый форвард. Джон, ты тут? Ты сам сможешь сорать? Давай. Игорь пускай на форум найдет. Например, Андрюха, он как бы поконтролировать может и пас дать, блять, а... Куда выше? А Игорь там убежать, ударить, как бы... Поэтому зря его на... тогда и на... Анёк! А. Кто на папу стоит? Саша, наверное. А кто цапом? Подожди, кто у нас остался? Айрат? Айрат тут ЦЗ сказал, может. Но нам ЦЗ тоже нужны. А то мы получаем опять. Один ЦЗ хотя бы. Он сказал оставить, ботом играть не будет. А. Кто не будет? Айрат. Как это не будет? Он написал, я могу оставить ЦЗ. Значит, оставить. Бля, я, конечно, в первом тайме был в шоке вообще. Да, давно нас так не опрокидывали. Нахуй, прям, блядь, 3 или 4 атаки подряд и просто нахуй так вот. В субботу нас хоть проходили, потому что... Просто разрывали, бля. Кто-то там еще предлагал просто защиту поставить. Но все равно все начиналось с потерь в центре. Ну, логично, что без потерь они не могут атаки начать, что рано или поздно потеря будет в любом случае. И потом боты вступят в игру. Хотя там 3 бота в защите, я люблю... Не, но потеря на их половине поля не так страшна, как потеря в центре или на нашей. Рад, может, сыграешь? Рад. Подожди, там же его шаг, да? Пригласили? Да, они пропал. А, сейчас напишу.